Всем привет! Хотел бы поблагодарить вас за покупку моего обучающего видеокурса. Сейчас я вам объясню всю суть работы. Далее мы с вами зарегистрируемся в нужных сервисах и выполним все необходимые действия. Я решил записать один видеоурок обучающий, будет немного длинный, но зато не будет никаких отступлений, просто мы с вами соберемся и одним разом все с вами и настроим. Давайте я вам сейчас объясню, что необходимо будет сделать и что вообще от нас требуется. Мы с вами будем... Есть такой сервис glopar.ru, где собираются инфобизнесмены и партнеры, которые продвигают продукты. Нас будут с вами интересовать люди, которые продают продукты. Собственно, мы будем делать для них такие, если можно так выразиться, скайп-отзывы. То есть они нам будут присылать текста, мы будем звонить на их логины в скайпе и читать эти текста в плане того, что делать какой-то обзор или прочитывать какой-то текст с положительным отзывом на данный продукт через скайп. То есть человек нам предоставляет логин свой от скайпа, текст, мы звоним ему в скайпе, он поднимает трубку, задает нам какой-то вопрос, и мы прочитываем текст, который нам предоставляют. То есть мы будем оставлять подобные отзывы. Как нам получить их логины и договориться, сейчас я вам все подробно и покажу. Для этого нам сначала потребуется зарегистрироваться на сайте glopar.ru. Давайте мы сейчас зарегистрируемся, заходим на сайт glopar.ru. И нажимаем кнопочку «Попробовать бесплатно». Сюда вводим наш email-адрес. Я подготовил новый email-адрес. Вводим его сюда. Ставим кнопочку «Я не робот». И нажимаем кнопочку «Далее». Читаем здесь соглашение. И нажимаем кнопочку «Я согласен с условиями». Далее мы попадаем на страницу уже зарегистрированную. Нам нужно подтвердить наш аккаунт. Для этого переходим в почту. К нам приходит письмо подтвердить регистрацию. Вот наш email и пароль. Далее мы нажимаем на ссылочку «Активация аккаунта». И все, наша активация аккаунта выполнена успешно. Приятной вам работы. После того, как мы все это сделали, мы можем настроить здесь наше имя. Для этого нам нужно перейти в мой Glopart, персональные данные. И вот здесь можно это будет удалить и написать ваше имя. И сохранить. Теперь у нас здесь будет Владимир. Что нам нужно будет делать дальше? Здесь будет два варианта получения ссылки. Для один вариант мы с вами перейдем в каталог и все услуги. И мы можем вот добавить вот такую вот подобную услугу сюда. Для нашу услугу по предоставлению скайп-отзывов. Они сейчас пользуются очень большим спросом. И клиентов, я уверяю, у вас будет предостаточно. Если, к примеру, у вас есть супруга или еще кто-то, вы можете делать по несколько отзывов, можете делать только свои отзывы, как я говорил уже, со включенной камерой, без включенной камеры. Это все мы с вами обязательно уточним при того, как будем добавлять нашу услугу. И второе, это перейдя в каталог «Новые товары», мы просто ищем, вот автор выписал, 11 часов назад вышел обучающий курс у него. Мы можем перейти на сайт, посмотреть, что за курс. Как мы видим, у него нет ни одного ни видеоотзыва, ни скайп-отзыва. Да? Мы можем ему, переходим сюда, щелкаем на него, написать сообщение. И пишем ему сообщение вот такого плана. Шаблоны сообщений я также предоставлю в самом видеокурсе и пишем вот сюда. Приветствую, хочу предложить вам то, что взорвет ваши продажи. Хочу предложить вам скайп-отзывы. Что это? Смотрите, я звоню вам в скайп и читаю заранее подготовленный текст видеоотзыва. Естественно, отзыв о вашем продукте будет положительный. Цена за один такой отзыв 300 рублей. С включенной веб-камерой 500 рублей с включенной. Так, с выключенной, да? Пишите сюда или на адрес. И указывайте свой адрес, куда он может к вам обратиться за подробностями и за оплатой. Там вы уже будете договариваться с ним об оплате, куда вам лучше принимать деньги.
Советую сначала принимать деньги, потом записывать отзыв. То есть вы пишете, что после оплаты сразу записываю вам данный отзыв. Такое сообщение просто копируйте, можете придумать подобное сообщение сами и просто вставляете и нажимаете кнопочку «Отправить». Итак, мы отправляем на все вот такие вот подобные курсы, которые вышли совсем недавно. Можно где-то вот видеть 12 часов, 20 часов, ну не больше 3 дней, ну можно и дальше, конечно, отправлять. Естественно, отсюда у вас уже появятся первые клиенты, вы можете записывать свои первые отзывы и получать первые деньги. Также параллельно мы с вами добавим, давайте услугу. Мы переходим в товары. Так, мы перейдем в Moonglobart. Мои услуги. И вот мы переходим во вкладочку «Товары», «Мои услуги» и написано «Добавить услугу». Нажимаем «Добавить услугу» и пишем. Здесь мы с вами пишем название нашей услуги. Скайп-отзыв для ваших продуктов или продукта. Цена 300 рублей пишем. Здесь мы ставим 2 дня. Статус активно и нажимаем далее. Далее мы с вами пишем, выбираем здесь наименование. Реклама рассылки. Давайте видео еще. Описание. Описание мы с вами берем опять же из нашего текста. Вот так копируем и вставляем. Нажимаем далее. Здесь вы можете указать дополнительные услуги, которые может заказать покупатель при оформлении заказа. Здесь мы так добавляем дополнительную услугу. Со включенной веб-камеры 500 рублей. Сохранить. Вот так вот видит. Вот мы добавили наш с вами отзыв. Вы можете посмотреть, изменить сделки, отзывы. Все здесь будет у вас показано. У вас будут заказывать отзывы. Вы будете получать уведомление на ваш электронный ящик, что у вас заказали услугу Skype-отзыва. Далее вы переходите в Glopart, переходите в сделки. И тут вы уже переписываетесь с клиентом, договариваетесь. Он высылает текст, и вы уже далее переходите в Skype и его выполняете это данное задание. Сложного ничего нет, как вы понимаете. Ваша услуга через какое-то время, через несколько часов появится в каталоге услуг. Вот, например, каталог и все услуги. И вы появитесь здесь, на первых местах после модерации. Модерация долгое время не занимает. Вы появитесь здесь, и уже вам будут поступать первые клиенты. Вот, как мы можем видеть, здесь уже есть создание видеоотзыва для людей разных возрастов. А мы с вами будем выдавать, сделать отзыв, снять видео о выводе средств. А вы будете, у вас совершенно новая услуга, которая будет сейчас просто набирать бешеные обороты, просто на которой вы сейчас будете просто делать бешеные деньги, уж поверьте мне на слово. То, что от клиентов у вас просто не будет отбоя. Поэтому вы также можете масштабировать данное видео, данные скайп-отзывы. Это давать задания людям, своим друзьям, чтобы они выполняли такие задания, либо искать их на сервисах платной работы, Workzilla там, на сервисе выполнения заданий. Вот, просто выдавайте задания чуть поменьше суммы и забирать разницу себе. Также все, кто у вас там есть в семье, кто вам может помогать, делать такие видеоотзывы, вы можете получать больше. Вот таким вот образом и работаю я, работает моя супруга, мы работаем вдвоем, поэтому...
Поэтому ограничений никаких нет, можно работать и зарабатывать. Думаю, здесь все понятно, с этим ясно, как нам искать клиентов, да, как я показал. Вы просто пишете сообщение, шаблон сообщения я вам оставляю. Далее, все, что нам необходимо, это зарегистрироваться в Skype. Давайте сейчас в следующем уроке мы зарегистрируемся с вами в Skype, и я покажу уже, как все это делается в самом Skype, и подробнее расскажу. До встречи в следующем видеоуроке.